Ну что ж, дело за малым. Осталось только сделать волосы нашему персонажу. Ничего нового придумывать не станем и сделаем сначала болванку волос под скульпт. Можно сразу накинуть сглаживание, чтобы лучше было видно финальный результат. На низком уровне детализации обозначаем рост волос. У меня персонаж часто будет виден сзади, поэтому есть смысл отключить симметрию и прорисовать волосы на затылке несимметрично. Делаем subdivide и прорисовываем детали. Отдельным куском сделаю ему челку, так будет проще. Пока что просто грубо набросаем волосы. Скульптом утапливаю некоторые части, чтобы они лучше сливались с головой и другой частью волос. Немного поправлю форму всей прически. Вот так. Настало время сделать арафатку. Просто включаю ее в крите, а в блендере выбираю соответствующий файл и нажимаю Alt-R, чтобы его обновить. Ну или просто через менюшку. По чертежу начинаем выстраивать форму. Можно это делать даже из единичных вершин.
Когда все готово, можно опять прорисовать складки. Вы уже должны были догадаться. Этого хватит. Куртку мы еще не трогали. Она у меня не симметричная, поэтому следует убрать зеркало. Давайте опять поставим набросок в угол экрана, чтобы не забыть никаких деталей. Немного выделяем шов на куртке. Можно это сделать и скульптом, но поверьте, настоящий смоделированный объем будет смотреться гораздо лучше. По той же логике лучше выделить карманы. Так как у меня отключено зеркало, приходится копировать второй карман вручную. И опять начинаем рисовать складки. Да, я не блещу разнообразными способами моделирования, но тут именно оно и надо. Моя куртка несимметричная спереди, поэтому периодически надо не забывать отключать симметрию. Ну и включать обратно тоже. Добавим еще мелких деталей в виде пуговиц. Верхний карман лучше всего сделать отдельным объектом. Метод все тот же. Добавляем shrink-wrap, приклеиваем карман к куртке и доводим до ума. На нем тоже бы стоило прорисовать парочку деталей. Молнию и застежку лучше смоделировать отдельно. Не пытайтесь все вылепить кистью, получится говно. В завершение добавлю еще пару небольших деталей. Все, высокополигональная версия нашего персонажа готова. Хотелось бы ее просто залупить в таком виде в игру, но нельзя. С такой детализацией любая машина помрет. Так что в следующей части будем заниматься построением низкополигональной модели, другими словами, ретопологией.